Здравствуйте, мы на выставке CPM-2019. И сегодня у нас гости... Откуда? Мы из Вологды. Меня зовут Ольга Чашникова, фирма «Волтри». Вы, получается, представляете Вологду? Здесь у нас стенд «Вологодский лен». Мы четыре предприятия, которые приехали при помощи поддержки правительства. Но каждое предприятие имеет свою специфику, но мы все занимаемся льном. Поэтому приехали под знаком «Вологодский лен». А почему именно лен? Почему такой выбор? Наша фирма работает уже почти 50 лет. Почти 50 лет работает со льном, поэтому... Но это не выбор, это уже жизнь наша. Огромный ассортимент моделей. Вообще лен очень интересный материал, с которым интересно работать. И мы все время в нем находим что-то новое. Вот несмотря на то, что 50 лет работаем, каждый раз появляется что-то такое интересное. Поэтому лен — благодатная почва, и очень хотелось бы сделать его таким модным, современным. Мы скоро едем на выставку в Милан. И будем там представлять Вологодский лен. Супер, отлично. Желаем вам удачи на выставке и в дальнейшем. Да. Вот я хотела, кстати, показать. Вот я не показала, меня там, не знаю, видно или нет, но вот на мне изделие из вологодского льна. Немножко он уже все равно преображается. И иногда даже не очень заметно, что это лен, но тем не менее это очень хороший натуральный материал. Поэтому спасибо вам. Очень красиво. Спасибо.